Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, сегодня у нас обзор второго заказа из седьмого каталога Oriflame. Первый заказ у меня был больше 300 баллов, а этот чуть-чуть больше 150. И я, прежде чем покажу вам продукцию, которую у меня заказали клиенты, там, по-моему, все под заказ, мне кажется, даже для себя уже ничего не заказывала. Вот, прежде чем показать, хочу рассказать вам немножечко о своей прическе. Ну, может быть, вы обратили внимание, что она немножечко необычная. Эту прическу я делала с помощью специального кольца, который сейчас в каталоге номер 7 можно приобрести. Он помогает сделать такой вот красивый объемный пучок. Я сегодня пробовала первый раз, и, честно говоря, я удивлена, что у меня буквально вот за минут за 7 я справилась и сделала вот такую вот прическу. Если интересно, пишите в комментариях, буквально прям на днях запишем видео, как я управляюсь с этой прикольной штукой, и посмотрите в каталоге, там есть еще дополнительно такая петля, которая тоже поможет реализовать интересные идеи на голове, чтобы прическа выглядела необычно. Ну а сейчас посмотрим, что же мне заказали. Знаете, особенно популярным я смотрю в этом каталоге серия с арбузиком, вот такая вот классная серия, арбуз и огурец в основе этой серии для ног. Но, честно говоря, я чувствую аромат дыни, сочный такой вот, душистый, спелой дыни. Настолько это вкусно, наверное, это один из самых вкусных ароматов. Скраб зелененький, скраб тоже охлаждающий, то есть эта серия нацелена на то, чтобы когда жарко, когда ноги отекают, ногам некомфортно, чтобы снять вот эти все неприятные ощущения и дать ножкам нашим легкость, такое охлаждение. И вот что я заметила, если пользоваться кремом для ног, когда вот обычная погода, то есть ножки не горят, то ощущение холодка не чувствуется. А вот действительно, когда жара, когда вот ноги вот гудят, отекли, вот тогда чувствуется холодок. Крем очень приятный по консистенции, он хорошо впитывается, не оставляет пленки, просто классный набор. Получается скраб, крем и дезодорант. Дезодорант помогает освежить ножки, снизить вероятность натирания, потому что летом, когда мы переходим из зимней такой обуви после колготок и носочков, конечно, ноги остаются один на один с туфельками, с ремешками, да, и бывает такое, что появляются мозоли, натертости. Чтобы этого избежать, дезодорант, в общем-то, здорово помогает. Во-первых, нет таких отеков, легкость и приятный аромат от ножек. Мне очень нравятся наши продукты для ног, я их всегда рекомендую и сама с удовольствием пользуюсь. Заказали три мочалки, перчатки. Они у нас голубого цвета, в этот раз очень прикольные, и они запечатаны так, что я открыть не смогу. Дело в том, что многие спрашивали, есть ли петелька на перчатке, потому что в каталоге она есть, а одна девочка мне написала, что у нее было без петельки. Я хочу посмотреть, есть ли она или нет. Мне кажется, есть. Сейчас я пошуршу немножко, не ругайтесь. Ну вот я вижу, петелька вроде бы там есть, а здесь... Я попрошу клиентку открыть перчатки, потому что без спроса открывать не могу. Здесь не такая упаковка, которую можно открыть на липкой такой пленочке, а потом обратно вернуть. Поэтому вскрыть, к сожалению, не могу. Рассказываю. Я всегда рекомендую брать сразу две перчатки. Почему две? Вы их надеваете на обе руки, наливаете немножечко геля или берете кусочек мыла, намыливаете, также скраб можно носить, и купаетесь сразу двумя руками. Это так классно! Вот разница огромная. У меня раньше всегда была одна перчатка или варежка я покупала, а потом как-то мне пришло в голову попробовать сразу две. Огромная разница, удовольствие круче, и сразу купаешься, и ножки с двух сторон, и себя сразу всю трешь, и спинку и так везде достаешь. Вот поверьте мне, это того стоит, тем более что они стоят не очень дорого, эти перчатки, вполне можно приобрести сразу две. В заказе у меня, как ни странно, вернее,
Было бы странно, если были бы другие оттенки. Две помады, оттенок розовое дерево, код 376-51. Эта помада сейчас идет по акции, по-моему, 279 рублей. И именно этот оттенок я показывала в постах своих, в сторис, и скидывала в клиентские чаты. И именно этот оттенок все заказали, потому что я показываю прям, как я крашу губы, хорошее освещение. Видно, какой идеальный цвет помады. После этого видео сразу полетели вопросы и заказы. Вот две помады и еще одну, по-моему, уже отправила. Я думала, здесь будет три, оказалось, нет. Одна помада серии Giordani Gold и On Color. Это тоже заказала одна клиентка. Абсолютно две разные помады, то есть из разных ценовых сегментов. On Color цена такая вот доступная, Giordani уже, по-моему, где-то в 2,5 раза получается дороже. Но, друзья мои, на самом деле помада серии On Color по качеству очень крутая, несмотря на то, что у нее такая вот простая упаковка, не такая не вызывающая, не яркая, но вернее она яркая, но она не такая вот как в серии Giordani Gold, сразу видно, что это дорогая крутая помада. Качество у этой помады просто отличное. Вот мне, кстати, заказали такой яркий цвет, моя подруга заказала. Очень красивый оттенок. Все коды будут под этим видео, если вас какой-то продукт заинтересовал, вы можете посмотреть, найти код и заказать себе этот продукт для личного пользования. Если вы заметили, у нас для участников, как же называется эта теперь категория, мы называем премьер-клубы, то есть все, кто делает заказы от 100 баллов, у нас открывается доступ к каталогу Выгода Плюс. Он действует со второй недели каталога, и там я разглядела вот эти наборы. Здесь крема, три штуки, крема для рук по 30 миллилитров. Очень хорошая на них цена, не помню правда сколько, но цена классная. Я обожаю эти тюбики, три тюбика и три разных аромата: жасмин, сирень и пион. Это такой праздничный новогодний выпуск, но выглядит очень нарядно, празднично. Представляете, какой это хороший презент, если вам нужно кого-то, может быть, отблагодарить или порадовать, сделать что-то приятное, но вы рассчитываете на сумму в пределах 300 рублей. Вот как раз этот набор, поверьте мне, он радует женщин невероятно, при том, что абсолютно всех. То есть вы дарите такую красивую коробочку, а в ней три крема, три разных аромата. И эти маленькие тюбики очень удобно носить с собой в сумочке, потому что, ну, 30 миллилитров намного приятнее нести, чем 75, как в обычных тюбиках. Так, далее заказали аромат Eclat Homme. Уже, по-моему, второй или третий в этом каталоге заказывают. Аромат очень популярный. Он такой очень, как бы сказать, сексуальный, я бы так сказала. Он очень манящий, такой нежный, и он подходит и для торжественных случаев. То есть если вы любите такие ароматы сладенькие немножко, то попробуйте его, он просто очень классный, и он стойкий. Я, кстати, Мише такой аромат тоже оставила. Заказали лак для ногтей. Лаки у нас чудесные, они легко наносятся, не полосят. Вот это очень важно, потому что есть лаки такие красивые, начинаешь наносить, там полоски, полоски, эти не полосят, можно один слой красить, и будет идеальный маникюр. Быстро сохнут, и они стойкие. Если сравнивать с какими-то там лаками, то эти намного более стойкие, чем другие. 8 миллилитров хватает очень надолго. Есть такая фишка, если вы хотите, чтобы ваш лак не высыхал, ну, если вы один берете, например, флакон, то вы его быстро используете, а если у вас их много, как у меня, то они могут подсохнуть и стать более густые, и это будет некомфортно при нанесении лака. Тогда нужно открыть флакон, накрасить ногти, дунуть в него и быстро закрыть, чтобы вот именно там такая пленочка создается, какая-то воздушная подушка, и лак дольше сохраняется. Так, два крема для рук серия Love & Care,
150 миллилитров наслаждения с ароматом миндаля, такой приятный жирненький крем, но в то же время он хорошо впитывается. Этот крем я всегда держу на кухне, потому что это как палочка-выручалочка. У меня очень сухая тонкая кожа на руках, если я не буду мазать кремом, то я даже не представляю, что со мной будет, я даже не буду экспериментировать, потому что я не хочу, чтобы мои руки выглядели как-то некрасиво или быстро старели, потому что кожа на руках все-таки стареет очень-очень быстро. Так, еще у меня в заказе крутой набор. Смотрите, какой он классный. Этот набор сейчас идет по акции. 5 продуктов за 529 рублей. Это цена каталога. А если мы посмотрим, то здесь маска для волос. Мне вот этого пакета хватает на 2 раза. Кусочек мыла с оливой и алоэ. Шикарный кусочек мыла. Крем для рук с авокадо. И гель для душа. И жидкое мыло тоже с оливой и алоэ. Очень концентрированные, густые продукты, хватает надолго, поэтому просто рекомендуйте смело. И аромат, аромат какой классный у этой серии аромат, он как раз вот для лета, такой вот зеленый, прохладный, без слащавости. Улюбят и мужчины эту серию, и женщины, то есть все без исключения остаются очень-очень довольны. Ой, а далее сейчас вам расскажу чудо. 3 крема серии Optimals, как же он называется, осветляющий, да, против пигментации. У нас все серии Optimals обновили, если вы заметили, то сейчас можно приобретать пробники, а в следующем каталоге номер 8 появятся уже полноценные серии, все кроме осветляющей. Так вот, у меня есть клиентка, моя подруга, которая пользуется этим кремом уже много лет, и когда я заметила, что этой серии не будет, я ее об этом предупредила, и в результате она заказала сразу 3 крема, и вообще она в панике и говорит, а вдруг его не перевыпустят, а вдруг выпустят, но он мне не будет нравиться так, как нравится этот. Короче, у нас полный шок, и в результате вот 3 крема про запас. Кстати, у них срок годности очень большой, до марта 2024 года, то есть если его поставить в темное прохладное место, то он будет стоять совершенно спокойно. Но когда вы открываете крем, то сбоку увидите крышечку. С момента открытия в течение 12 месяцев нужно использовать. Но обычно крем используется гораздо больше, максимум, мне кажется, полгода можно пользоваться одним кремом, на больше его не хватит. Так, в заказе аромат Lucia Bright Aura. Я, кстати, себе не брала, но терла в каталоге, аромат мне нравится, тоже заказали. Очень я активно рекламировала вот этот скраб, как же он называется, как варенье, джем или что-то такое. Короче, это потрясающий скраб с ягодным ароматом, который чудесно отшелушивает кожу и не пересушивает, и вот просто такое удовольствие им пользоваться. Мы вот все пользуемся, у нас уже просто заканчивается, может быть, еще нужно заказать, наверное, нужно, потому что это такая вкуснятина. Честно, если бы я не знала, что это скраб, что это средство для тела, я бы взяла ложку и съела с чаем, просто ела как варенье, чаем запивала. Так, в заказе гель для душа, серия VitaCare, радует ценами. 79 рублей всего цена в каталоге, 250 миллилитров, тоже чудесный густой гель для душа. Купайся и радуйся, вот к этим мочалочкам поставлю. Так, в заказе 2 карандашика, это в одни руки, кстати, 2 карандашика для бровей, серия On Color в светлом оттенке. У меня клиентка взяла на пробу 1 карандашик и такая, а он такой классный, как будет со скидкой, возьми мне, пожалуйста, парочку. Вот, и я вам сейчас расскажу вообще, как этот заказ получился. Мне заказали вот эту штуку одну и что-то еще маленькое, не помню, что-то еще, по-моему, перчатку, что ли.
Я думаю, как же отправлять заказ, когда там ну мало, совсем мало. Я села на телефон и стала обзванивать своих клиентов, кто еще заказы не делал, а они у меня в клиентском чате. Я стала просто их обзванивать и спрашивала, как дела, как жизнь. И следующий вопрос: а ты в чате-то читаешь информацию? Кто-то говорил: ой, да, бегала. Кто-то говорил: ой, нет, не открывала. А в результате я спрашивала: а ты каталог смотрела? Давай вместе полистаем, потому что я сейчас хочу отправить заказ. Если ты сейчас не успеешь, то я уже, скорее всего, в этом каталоге заказ делать не буду. А ты ведь что-то хотела? Да, хотела. Давай вместе. Вот, и вместе мы насмотрели вот на 150 с лишним баллов. Представляете, как это классно. Буквально здесь, наверное, человек 5 клиентов. Заказали еще одни румяна в шариках, одни уже были в предыдущем заказе. Это оттенок персиковый. Тоже заказала клиентка, вот буквально, знаете, так вот. А вот, кстати, этот был заказ и вот этот скраб. Два продукта всего. Как получился этот заказ? Я стою в магазине, встретила свою подружку. Она тоже у меня в команде. Стоим с Катюшкой, общаемся, болтаем. Просто вот на лету буквально. И тут вдруг проходит моя клиентка, такая: о, Лиля, привет, мне румяна нужны. Вот знаете, вот просто, знаете, как на ходу. Я такая: а какие? Она: ну я не знаю, ну какие есть. Я говорю: сейчас румяна в шариках по акции. Она такая: вот и закажи какие-нибудь персиковые. Все, ждут тебя, даже не спрашивает, сколько стоит, что вот просто, знаете, по акции. Значит, я говорю, там по акции цена хорошая. Она такая: вот закажи мне. Так что вот просто, если люди знают, что вы в Oriflame, то что у вас можно заказать, они будут у вас буквально вот на улице просто вот так вот вам заказы скидывать, и вы все время будете выигрыши, и люди, и вы. Потому что в первую очередь, конечно, если вы ставите себе цель помогать людям выглядеть лучше и пользоваться хорошим качественным продуктом по доступным ценам, то у вас всегда будут заказы. А если вы думаете о себе: ой, мне бы побольше заработать с них и т.д.т., то это будет не так работать. Вот поверьте мне, попробуйте просто поменять отношение к действиям. Поставьте правильные цели. И тадам, три щеточки. Наши щетки для зубов. Две розовых, одна фиолетовая. Они сейчас идут в распродаже. И тоже заказала одна клиентка, которая просто их постоянно берет. Она говорит: лучше щеток я не пробовала просто вообще. Все. Какой-то пробник, я не знаю, положили. Не знаю за что. Еще пробничек крема Light Ivory. Тональная основа. Aqua Boost. Это, наверное, за покупку из каталога Выгода Плюс. Там обычно за 10 баллов, если делаешь заказ, то вкладывают какой-то вот такой тестер. И это здорово, потому что я всегда пробники раскидываю в заказы своим клиентам. Вот. Все, похвасталась, все вам рассказала. Огромное спасибо вам за внимание. Я вам желаю счастья огромного, и чтобы ваши клиенты тоже были счастливы от применения нашей продукции. Всего вам доброго, пока-пока.